Всем привет, я рад вас приветствовать на территории IT District. И сегодня особенный день, ведь сейчас я презентую вам свой новый обучающий интенсив по созданию интернет-магазина. Но не просто магазина, а самого современного и модного магазина, так сказать, из ближайшего будущего. На этом курсе вы сможете создать интернет-магазин новейшего поколения, который уже становится актуальным прямо сейчас и будет особо востребован в ближайшем будущем. Назад в будущее! Так в чем же дело? Неужели он настолько крут? На протяжении существования интернет-магазинов всегда было две концепции построения их. По первой, более ранней концепции, интернет-магазины представляли собой сайты, у которых на главной странице были сосредоточены товары, а в сайдбарах, то есть в зоне справа или слева, располагались фильтры, с помощью которых можно было отфильтровать нужные вам товары. Но время шло, и у собственников интернет-магазинов появилась потребность по-другому строить свои торговые площадки. Им нужна была возможность, например, размещать рекламные баннеры на сайте, более интересно формировать шапку и подвал сайта. И эта новая концепция пришла на смену старой. Сейчас уже в 2020 году наблюдается новый тренд в построении интернет-магазинов, который стремится к минимализму и некоторому возвращению к первой концепции и параллельно использованию второй концепции. В общем, сейчас и уже тем более в ближайшем будущем необходимо использовать в качестве главной страницы интернет-магазина некоторый такой гибрид, на котором можно представить как рекламные триггеры в виде баннеров или слайдеров, а также самым важным теперь будет считаться размещение блока витрины с каталогом товаров и удобной системой фильтрации для быстрого отбора нужного товара. И именно этот подход позволит удерживать клиентов и тем самым увеличивать продажи, в том числе и благодаря умной навигации. И теперь мы подобрались к вашему новому интенсиву, на котором мы создадим именно такой сайт из будущего. Я предлагаю отправиться в увлекательное путешествие. Поехали! Новый интенсив будет проходить на закрытом сайте в видеоформате. Доступ у вас будет пожизненный. Также у вас сохраняется возможность задавать любые вопросы по курсу. Если что-то не будет получаться, то смело пишите мне. Для этого на сайте есть специальная форма, но курс сделан настолько подробно и качественно, что проблем возникнуть не должно. Если вы проходили любую из моих платных программ, будь то WordPress Революция 2.0, либо WordPress Трансформация, то стоимость участия в этом интенсиве будет вам стоить всего лишь навсего 500 рублей. Если же вы не пользовались моей платной программой и успеваете записаться до 28 июня, то стоимость обучения будет стоить вам всего лишь навсего 700 рублей. Да, я увеличил сроки записи по сниженной цене, для того чтобы у большего количества моих зрителей появилась возможность пройти эту крутую программу и научиться создавать интернет-магазины нового поколения. Под видео есть ссылка на сайт, на котором вы сможете более подробно посмотреть программу обучения и записаться на курс. Либо можете написать мне в личку, ВКонтакте, Фейсбуке или по почте. Все ссылки для связи со мной есть также в описании. Теперь давайте я познакомлю вас с магазином, который вы сможете создать на новом обучающем интенсиве. Сейчас вы видите на своих экранах пример сайта, который сможете создать. Смотрите, сверху в шапке сайта. Номер телефона, у нас от этого шаблона, у этой темы оформления очень классно отображаются именно логотипы в виде изображений. Это не так часто встречается на сайтах WordPress. Также у нас имеется возможность отобразить навигационное меню в шапке сайта. Мы поставили, во-первых, кнопку «Консультация», во-вторых, тут имеется возможность разместить социальные сети, как стандартные, которые привязаны к этому шаблону, такие как Facebook, Twitter, ну из русскоязычных вроде как ВКонтакте и Одноклассников там нет возможности разместить, но я вам покажу и тот способ размещения, и аналогичный способ размещения социальных сетей уже русскоязычных, ну плюс Instagram. Далее идет у нас навигационное меню, возможность поиска, возможность добавить товар в избранное. Мы настроим функционал личного кабинета, ну и, соответственно, корзина. Дальше идет вот такой вот слайдер. И этот слайдер не будет вести на какие-то там товары, он будет вести туда, куда вы захотите. Это очень классно. Далее идет вот такой баннер, который также может вести туда, куда вы именно захотите. И дальше идет блок, про который я рассказывал вам, который сейчас будет нужен для всех современных интернет-магазинов. Во-первых, мы делаем выгрузку самых популярных категорий с товаром, и у нас, то есть отображается наш каталог. Можно отобразить полностью все товары, и либо фильтровать по новинкам, по лучшим, то есть
те, которые больше всего покупают, по тем, которые идут по акции. Можно фильтровать от по возрастанию цены, по убыванию цены. Также можно фильтровать товары чисто по категориям. Например, нас интересуют только джинсы. Устанавливаем галочку. И, пожалуйста, смотрите, наши товары отфильтровались. И также мы очень классно сделаем с вами подвал сайта, куда мы сможем подложить ваши реквизиты, да, и кнопку «Консультацию» мы сможем разместить. Давайте я вам покажу еще дополнительные страницы, например, о магазине. Дополнительные страницы о магазине мы сделаем с помощью плагина Elementor. Пожалуйста. Переход в каталог, о магазине информация, преимущества магазинов, варианты доставки, варианты оплаты и форма обратной связи. Также у нас есть страница «Контакт». Страницу «Контакты» мы также сделали на Elementor вот в таком классном виде. Кстати, сейчас я вас также познакомлю со страницей каталога. Как вы помните, на главной странице есть фильтры, но на странице «Контакты» мы также сделали фильтры. Смотрите, какие красивые шрифты мы подключим и к личному кабинету, и к заголовкам наших фильтров. Тут уже вторые фильтры работают, которые мы создадим, то есть вы научитесь создавать и фильтры, которые привязаны к этому, к этой теме оформления, и свои фильтры. Я вас научу, как это сделать, а это очень важно, и очень многие не могут понять, как это все сделать, потому что информации много, но фактически правильной информации мало. И смотрите, вот тут так представлены категории товаров, также в виде фильтров. И если есть у какой-то главной категории дочерней категории, то ее можно так раскрывать. Ну давайте вернемся на главную страницу. И смотрите, какая возможность еще имеется на главной странице. Вы можете не просто заходить в карточку товара, как мы сделаем это позже, да, а можете использовать быстрый просмотр товара. Для этого, видите, есть увеличительное стекло, кликаем. Не у многих шаблонах есть такая опция, но у тех шаблонов, у тех тем оформления, у которых есть такая опция, она доступна только в платных версиях. Тут это все доступно в бесплатной версии. Пожалуйста, у вас получается превью-презентация вашего товара. Ну давайте закроем и перейдем именно в карточку этого товара. Смотрите, мы здесь берем, выбираем синий, выбираем, вернее, черный цвет, да, и выбираем размер M. И пожалуйста, все отображается. Также можно просматривать, все это листать цвета. Можно добавлять товар в избранное. Видите, товар добавлен. Также можем взять, да, 2 единицы товара. И вот тут так вкладки представлены, описание, купить за клик в виде формы, доставка и оплата. И внизу в виде таблицы представлен артикул товара, категория джинсы и бренд. Бренд товара, и все это кликабельно. Внизу отображаются товары, которые мы можем рекомендовать к покупке. То есть это апселлы. Давайте добавим товар в корзину. Пожалуйста, переходим в корзину. И теперь можно смело совершить оформление заказа. Тут и получается выходят методы доставки, и затем выйдут методы оплаты. Ну, в общем, такой классный интернет-магазин я предлагаю вам создать на данном, в новом обучающем интенсиве. Как вы видите, вы сможете создать очень крутой сайт, тем более у вас есть возможность записаться по выгодным условиям. Сейчас я дам старт новой обучающей программе. Итак, с вами был IT-Дистрикт, жду вас в обучающей программе. А обучающий интенсив «Интернет-магазин новейшего поколения» уже начался.